dvhub.ru. Когда твоя у лестниц цветет, когда кукушки песня раздается, приходит наш Эвенков Новый год, чтобы колдынам свечей зовется. Сегодня встречу я друзей своих, по кругу близких снова я увижу. Тут нет артистов, зрителей чужих, тут те, которые всех мне ближе. Бакалдын праздник опрятанный, поэтому всем, кто захочет в нем поучаствовать, придется пройти несколько обязательных обрядов. Обряд приветствия гостей на празднике происходит через священного оленя, который отгоняет злых духов от места проведения праздника. Старейшины обмениваются рукопожатием с участниками праздника через оленя. По представлению наших предков, каждый человек обязан в новом году пройти обряд очищения чечепка, чтобы предстать в новом году с чистой душой, без болезней, без злых мыслей. Для этого старейшины родов начинают обряд Элланка, обряд причащения гостей к родовому огню. dvhub.ru